Всем привет, с вами Ира, и сегодня мы будем с вами плести дольки цитрусовых. Я сделала колечки. Нам понадобятся ножницы, леска 0,22 мм, а также 3 цвета бисера. Я буду показывать на примере лимона, поэтому беру желтые цвета и белый. Нам понадобится леска 40 см для первой фигурки и 60 для второй. Набираем одну белую, две желтых и одну белую бисерины и проходим в последнюю набранную. Складываем концы вместе, чтобы плетение было на середине. На правый конец набираем светло-желтую, на левую темно-желтую и белую. Проходим вторым концом в белую бисерину. На правую сторону набираем одну светло-желтую, на левую сторону темно-желтую и белую. Вторым концом проходим через белую бисерину. На левый конец набираем 2 темно-желтых и одну белую бисерину. Вторым концом проходим через последнюю набранную. На левый конец набираем 2 белых и 2 темно-желтых бисерины. И этим же концом снизу вверх проходим в первую белую бисерину. У нас должен получиться вот такой вот крестик. Подтягиваем его к плетению. На левый конец набираем 2 светло-желтых бисерины и проходим в последнюю набранную. Правым концом проходим в следующую желтую бисерину. На левый конец набираем одну светло-желтую и одну белую бисерину. Вторым концом проходим в последнюю набранную. Правым концом проходим в следующую желтую бисерину. На левый конец набираем 2 светло-желтых бисерины и проходим вторым концом последнюю набранную. Правым концом проходим в следующую белую бисерину. На левый конец набираем одну светло-желтую и одну белую бисерину. Проходим в последнюю набранную. На правый конец набираем 2 темно-желтых и одну белую. Проходим в последнюю набранную. Правый конец набираю 2 белых и 2 темно-желтых бисерины. Этим же концом прохожу в первую белую бисерину. На правый конец набираем 1 светло-желтую и 1 белую. Проходим вторым концом последнюю набранную. Левым концом прохожу в следующую желтую бисеринку. На правый конец набираем одну белую и одну светло-желтую бисерину. Проходим вторым концом через последнюю набранную. Левым концом проходим через следующую желтую бисеринку. На правый конец набираем одну светло-желтую и одну белую бисерину. Вторым концом проходим через последнюю набранную. Левым концом проходим через следующую желтую бисерину. На правый конец набираем 2 светло-желтых бисерины и вторым концом проходим через последнюю набранную. Левым концом проходим через следующую желтую бисерину. На правый конец набираем 2 белых бисерины и проходим вторым концом в последнюю набранную. Левым концом проходим в последнюю белую бисерину.
На правый конец набираем одну светло-желтую и одну белую бисерину. Вторым концом проходим через последнюю набранную. На левый конец набираем 2 темно-желтых и 1 белую бисерину. Вторым концом проходим в последнюю набранную. На левый конец набираем 1 темно-желтую, белую и светло-желтую. Вторым концом проходим в последнюю набранную. Правым концом проходим в следующую желтую бисерину. На левый конец набираем 2 светло-желтых бисерины, вторым концом проходим в последнюю набранную. Правым концом проходим в следующую белую бисерину. На левый конец набираем 1 светло-желтую бисерину и 1 белую, вторым концом проходим в последнюю набранную. Правым концом проходим в следующую желтую бисерину. На левый конец набираем 2 белых бисерины и вторым концом проходим в последнюю набранную. Правым концом проходим в следующую желтую бисеринку. На левый конец набираем 2 белых бисерины, вторым концом проходим через последнюю набранную. Правым концом проходим в следующую белую бисерину. На левый конец набираем 2 светло-желтых бисерины и проходим вторым концом в последнюю набранную. Правым концом проходим в следующую желтую бисерину. На левый конец набираем 2 светло-желтых бисерины, вторым концом проходим через последнюю набранную. Правым концом проходим через последнюю белую бисерину. На левый конец набираем 1 белую и 1 темно-желтую бисерину. Проходим вторым концом в последнюю набранную. На фигурке, на которой леска короче, мы выводим концы, как показано на видео. А на второй, на которой леска будет длинная, также и оставляем, чтобы потом сшить две половинки. Концы лески встретились, завязываем 3 узелка и обрезаем. Плетем точно такую же половинку, у нее будут намного длиннее концы. Теперь прикладываем их вместе и набираем 1 темно-желтую бисерину. Этой же леской мы проходим в такую же бисеринку на второй половинке. Набираем 1 темно-желтую бисеринку, вторым концом проходим через нее. Далее правым концом лески проходим через следующую правую бисеринку, левым через следующую белую. Набираем 1 белую бисерину, вторым концом проходим через нее. Таким образом сшиваем наши фигурки до конца. Чтобы завершить наше сшивание, набираем еще 1 бисеринку темно-желтого цвета. И проходим вторым концом через нее. Далее выводим леску, как показано на видео. Далее завязываем 3 узелка и обрезаем. Вот что у нас получилось. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а также на мой инстаграм и тикток. Ссылки в описании. И всем пока!